привет! Сегодня нам предстоит каньонинг. Что это такое, я пока точно сказать не могу, знаю только в теории. Надеюсь сегодня это увидеть, причем вместе с вами. Самые ответственные моменты буду снимать на видеокамеру, хотя не обещаю, что всегда это будет. Но я постараюсь. Сейчас раннее утро, уже 10 часов утра почти. Погода пока шепчет, солнце на улице, 32 градуса тепла, но тучи потихонечку подходят. Не знаю, что будет дальше. Отправляемся в, скажем так, в этот трип с русскими ребятами. Две пары русских, одна пара с Владивостока, другая пара с Санкт-Петербурга. И нас поведет латвиец, которого зовут Мартин. Я вас с ним чуть позже познакомлю. Ну, чуть-чуть великоват. Ну, ничего, это так. Это ребята, вы с Владивостока. Ребята с Владивостока, сегодня вот мы вместе с ними пойдем на каньонинг. Или Ну расскажи, куда мы едем вообще сегодня? Мы едем в каньон. Просто в каньон. Будет весело. Всю нашу творческую удачу. Очень весело будет. Будем прыгать, плавать. Конкуренты. И развлекаться. Викторинки, короче. Да. Ну все, с Богом. Давай, с Богом. В общем, мы прибыли на место, и сейчас идет процесс, скажем так, подготовки, то есть переодевания. Ну, я вот буду прям так, как есть, а пара вот с Владивостока и пара с Санкт-Петербурга, они переодеваются, и мы выдвигаемся. Вот как бы начинается по ходу каньонинг, ребята. Показываю. Вот сюда сейчас надо будет прыгать. Давно очень в пресной воде не купался. Ох, какая красота впереди. В пресной воде есть небольшая проблема. Она так не держит, как морская, поэтому сейчас будем тонуть. Мы так очень расслабленно плывем. Здесь просто шикарно. Единственное, что, по-моему, погода все-таки подпортилась, и небо пасмурное, не видно солнца. Но здесь все равно кайфово. Thank you.
этой камеры есть один небольшой, вернее, большой недостаток. Очень быстро заканчивается батарея. Но здесь такая красота. Это что-то потрясающее просто вообще. Такая красота, что прям вот это действительно дикая природа, без всяких там залепов, без ничего. Дикое место. Стоит прямо в изумрудную воду. Скажешь что-нибудь? Давай. Увидимся внизу. А вообще это must-have, господа. Это надо испытать, попробовать. Это шикарно. Ноги ломали? Ноги ломали? В порядке. А еще, по-моему, я утопил бандану. Мартин! Там банданы моей не видно! Прыгать стоит? Там нормально. А я прыгаю. Я не знаю, как называется это место, но я бы назвал его оргазмом. Мы приближаемся к оргазму. Это потрясающе, господа. Не слабое течение. Это нечто. Осторожно, голову. Отлично. Скажи что-нибудь, Бобби.
летний поход, каньонинг, уже подходит к концу. Осталось совсем немного, и самые красивейшие места мы, конечно, уже прошли. Я думаю, что я здесь не последний раз. Это просто... это волшебно.